Привет! Ты снова на канале Полины Сергеевны. Помнишь, мы с тобой открывали коробку с экспериментами? Мы одну сделали, и осталось у нас еще 4. Я вот захотела сегодня сделать еще один. Давайте сделаем. А сначала мы выберем. Какой же мы выберем? Давайте вот такой. Вот эти 3 забираем. Посередине ставим. Открываем крышечку. Довольно тяжело открывается. Но я справилась. Берем инструкцию. Ой, он застрял. Ничего, успеем. Аккуратненько. Оранжевые кристаллы. А вот это наша инструкция. Сейчас я буду читать инструкцию. Как оно называется? Оно называется супербол. Супермячик. Для этого мне понадобится вода, формочка для шарика и ножницы. О, а у меня как раз и пока далеко это есть. Вот. Формочка для шарика. Она у меня открывается. Смотрите. На 2 половинки. Но их сейчас надо закрепить очень хорошо. Закрепляем. Закрепили очень сильно. И нам нужны ножницы. Сначала мы открываем вот этот порошок. Это мы можем убирать. Открываем. Берем ножницы и открываем. Аккуратненько. И вот это все насыпаем сюда. Вот насыпаем. И чуть-чуть подстучим, чтобы оно равнялось. Вот, давайте еще. Осталось до вот этого кольца, смотрите. Вот, я уже насыпала. А теперь нам нужна вода. Вот как раз у меня есть. Вот. Когда мы это... опустим, то нам надо посчитать до 100. Девяносто три, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Можем аккуратно доставать. Медленно. Сейчас все доверится. Все. И нам надо осталось только открыть. Открываем. Посмотрите, какой он. А его, я думаю, что можно трогать. Отлепили. Это уже. И смотрите, какой он липкий. Такой оранжевый, я думаю, что его можно сравнить с этим. Смотрите, вот это мы шарик купили, вот это мы шарик сделали. Они отличаются. Вот этот розовый, а вот этот оранжевый. Этот липнет и прыгает. Этот не липнет и прыгает. Наш шарик скоро перестанет быть липким. Вот. Скоро уже почти что не липнет. Смотрите. Чик-чик-чик-чик. Смотрите, какой у нас получился супер шарик. Давайте посмотрим, как он сильно прыгает. Убежал.
прыгнул с тебя. И чуть не улетел. Вот. Ставь лайк и подписывайся на канал Полины Сергеевны. Пока-пока!